Всем привет! Как без всяких скриптов в Roblox Studio сделать из земли любое из семи чудес света? Ну вот, допустим, у нас какие-то вместо колосса, вместо статуи Зевса или пирамиды у нас простые фигуры. Относительно простые. Дело в том, что в Roblox Studio недавно появилась новая кнопка. Называется Convert. В редакторе земли, в редакторе местности Terrain, появилась кнопка во вкладке Create Convert. Если у вас этой кнопки нет, то идем вот сюда. File, Beta Features, листаем вниз, и вот такая вот кнопочка у нас. Terrain Tools, Convert Tool Beta. Галочку ставим. Скоро она у всех появится. Почему бета, я вам продемонстрирую. Итак, я обещал за одну минуту, на самом деле все происходит за одну секунду. Выбираем фигуру, которую хотим сделать, закрасить. Нажимаем Convert, выбираем, из чего мы хотим ее сделать. Например, из базальта. И нажимаем Convert. Все. У нас появилась фигура, выступила как шаблон, как формочка для заполнения песком, ну или чем угодно, в данном случае базальтом. Давайте теперь попробуем фигуры закрасить таким образом. Я экспериментировал с тулбоксом, хотел найти Пизанскую башню и так далее, но, к сожалению, этот конверт пока еще не работает. Так, ну давайте, снежная баба, пусть она из снега. Вот получился снег. Не забываем потом убрать фигуры из-под этой земли. Иначе они, если вы запустите игру, то они вылетят оттуда. Давайте попробуем соседнюю бабу сделаем из кирпича. И увидим, что же сработало. Кирпичи получились. У меня такие вайбы майнкрафтовские. Все отлично. Но, к сожалению, нижний шар был составной. Я сделал его из двух частей и сделал negate, в общем, вычел одну деталь из другой, чтобы получилась пещера. Но, как вы видите, кнопка convert еще не, как сказать, не совершенна и не умеет делать сложные фигуры. И также она не умеет, ну, делать фигуры меньше, чем 4 на 4 стада. Так, ну и давайте берем инструмент select, выделили просто какие-то у меня фигурки здесь были. Делаем, выбрали траву, конверт. Теперь нажали move, это я показываю, как можно делать. Например, еще раз нажали конверт, конверт. Ну, наверное, можно догадаться, как делать заборы, лабиринты, как делать стены ровные и красивые у ваших замков без использования Edit, Paint, Add и так далее. Потому что там вы знаете, какое качество получается. Так, ну а пирамида Хеопса, ну давайте попробуем. Сделаем вот так. И, например, тоже пусть из песка будет. Вот, получается нормальная пирамида. Ну, естественно, вы можете размер сделать какой угодно. Если мы попробуем сделать build rig, поставить какой-нибудь rig и попробовать его заполнить льдом, то посмотрите, что у нас произойдет. Вот. Ну, не справляется. Но, тем не менее, лайфхак годный.